Пожалуйста, комментарий по игре сегодня. Что не получилось у нее команды вашей? Ну, не получилось забить второй мяч, убежать, наверное, хотя бы ничью. Обидно, конечно, пропускать на последней минуте. Что делаешь? Ну, погнали за тремя очками, только получили 0 очков. Ну, после вот забитого мяча, когда еще сравняли вы, моменты были, могли вырывать и, не знаю, дальше могли забивать дальше. Ну, да, когда забили, сначала, когда пропустили, стали играть хуже. Потом, конечно, когда мы забили, этот гол чуть-чуть нас приободрил, и мы стали играть очень хорошо, я считаю. Просто небережно, наверное, отнеслись к своим моментам. И получили в итоге гол на последней минуте. Можно сказать, что сегодня повезло, все-таки Анжи, моменты были, штанга была там, и перехватил пару, по-моему, если ошибаюсь. Ну да, момент у нас было очень много, как бы был и выход Форбса, когда он мог там один в один остался защитником, мог обыграть, забить или отдать передачу. Там штанга была, еще какие-то такие полумоментики были. В принципе, и Уфы особо не, ну, особо не припоминаю моменты, просто вот этот удар дальний с рикошетом и опять какое-то невезение у нас, рикошет залетел, потом этот стандарт, отскок там на дальнюю штангу и опять забили, свободный игрок забил мяч, поэтому, ну, виноваты сами, как бы. Дальше двигаться, сейчас игра дома. Не брать свои очки, забирать.